Вот зеркало, наверное, оно будет неплохо смотреться. Ну, это оно в пленке. Как бы внутренняя подсветка. Но как оно будет к стенке-то прилегать? Чем производитель думал, блин, такую клейму? Блок питания выфрезеровал и вытащил провод. Если его повесишь на стенку, у тебя как минимум на сантиметр, а то и два будет щель такая отходить. Вот, пожалуйста, пример. Как они это представляли? Что оно вот так будет висеть, что ли? Буду сейчас колхозить что-нибудь. Повесил зеркало. Вот такая у меня щель получается, минимальная. Все, до свидания.